Итак, начинаем наконец-таки четвертый уровень. Shadow Mountain. Соберем здесь все колбочки. Устрашающее начало. За этой стеной есть полезный в этом случае предмет, по моему мнению. Не всегда удается раскрыть его потенциал. Здесь я его использую для того, чтобы... не огрести хотя бы вот этих вот пулеметчиков, забрать ракетницу, поймать несколько фаерболов, пройти мимо вот этих ребят, если повезет, стравить их всех, забрать супердробовик и отступать потихоньку. Отлично. Теперь можем немножко пострелять. Нужно зачистить это место, потому что мы больше не вернемся. Отлично, невидимость закончилась. Теперь, по крайней мере, можно будет лучше уворачиваться от снарядов. Немного ракет вон тем ребятам. Ай, ну разумеется, я сам себя подорвал, это нормально. Не подходит близко. Отлично. Смотрю, можно что-нибудь подобрать. Что-нибудь полезное. Разберемся с Манкубом. И вон с тем чуваком тоже. Он надоедливый. Так, теперь нам нужно пробежать вот сюда, залезть на вершину, уничтожить пулеметчика и отсюда с помощью ракетницы расстрелять арахнотропов. Это самая удобная точка как раз таки для их расстрела. А тот балкончик, где они пасутся, нам понадобится пустым. Добиваем манкубов. Готов. Отлично. Так, я, наверное, пройду здесь, заберу все, что осталось. Я уже сказал, мы сюда не вернемся. Поэтому почему бы и нет. Патроны еще обязательно пригодятся. Так, открываем эти ворота с изображением барона. И, конечно же, здесь барон. Отлично. Так. Зайдем сюда. Здесь будет куча ребят. Замечательно. Здесь еще парочка осталась за той дверью. Нас будет ждать Фоллайф, по-моему. Да. Вместе с ним подорвем немножко имбов. Размажем его. Так. Тоже никого не осталось? Нет. Не знаю, зачем я проверил. Просто, чтобы быть уверенным. Забираем броню, стараемся много не наполучать. Открываем эту стену. Убиваем пинки, забираем карту. Теперь выходим в этот дворик. Первое, что нужно сделать, это быстро расстрелять вон тот водопад, потому что за ним находится элементаль боли. С ним покончено. Нужно открыть эту стену, нажать переключатель. Он выпустит вот этих вот скотин, которые, я надеюсь, нам помогут разобраться с кокодемонами.
Заберу желтый черепок. Пока что. А пока они там воюют, здесь мы возьмем секретный плазмоган, которому нет патронов на этом уровне. 40 нам хватит для того, что мы задумаем позже. Так, замечательно. Как и демону тут не выжить. Отлично. Ай. Так, кажется, все. Хотя... А, вот еще. Вот еще чего. Так, я думаю, здесь же больше ничего нет. Или есть? Я же не оставил тут. Ай, ладно. Я понял. Так, нам нужно дальше вот сюда, так как у нас есть желтый череп. А, да. За водопадом, откуда я вылезал Pain Elemental, есть стена, которая ведет в портал. Клетки с красным черепом. Здесь мы можем немного монстров пострелять, если хочется их убить заранее, но это скучно, как мне кажется. Поэтому просто пойдем и встретим их лицом к лицу. Я уже вижу несколько аптечек. Прекрасно, жить мы будем. Ай. Или нет? Да, будем. Итак. Красный череп. Который мы взяли... Секунду. Который мы взяли вон за той решеткой. Нужен для того, чтобы дернуть этот переключатель. Который освобождает как и демон. А также... Здесь некоторая последовательность переключателей есть, которые нам нужно нажать. Открывать разные комнаты, за ними еще переключатели, которые в итоге приводят нас вот сюда. И вот здесь секретный выход. Поэтому если ты куда-то торопишься, можно выйти сразу с уровня. Или продолжить дальше. Рвать и кромсать, пока не иссякнут. Заберем броню. Так, здесь есть переключатели, вот эти вот два, которые открывают двери и опускают эту вот стену. Разумеется, выпускают наружу баронов. Так, я, пожалуй, сейчас подожду, пока они сгруппируются более-менее. Можно их взрывать аккуратненько. Я думаю, можно плазмоган использовать. Отлично. Соберем все, что здесь плохо лежит. Расстреляем импов. Здесь еще есть боеприпасы. Это не может не радовать. Этот переключатель запускает платформу с синим черепом. И также открывает вон ту решетку. И это еще не все. За этой стеной есть переключатель, который открывает стену вот здесь. И мы можем получить доступ к синей сфере. Когда мы возьмем синий ключ, эта комната наполнится разными чудищами.
Ну как разными, несколько пинки, один Hollow Knight, ну. Суть, я думаю, ты уловил. Избавляемся от них, открываем синюю дверь, и здесь обычный выход. Так, я более чем уверен, что он почти мертвый. Давайте попробуем забить его. Напомню, что... Ай! Напомню, что берсерк я не брал. А еще что, сегодня я очень плохо уворачиваюсь. Ну давай. Тебе ж немного осталось. Но... Сейчас, сейчас. Ай. Так, ладно, я понял. Все, иди ты. Ну, разумеется, мы знаем, где секретный выход, поэтому обычным выходом мы пользоваться не будем. Вон там, да. Так как мы хотим на секретный уровень, правда? Я хочу. Пробегаем сюда, потому что дверь на таймере. И таким образом выходим с уровня. Хороший уровень, радует, хорошими боями, интересными локациями, веселый, быстрый. И я не знаю, что больше говорить. Это классный уровень, как и большинство присутствующих в этом дополнении. Ну, а мы идем в секретный уровень, и он даст прикурить. Спасибо и пока.